наш родной детский садик. Как грустно будет с тобой расставаться. Расставаться с любимыми воспитателями, с нашими игрушками. Мы говорим тебе до свидания. Эй, а как же я? Про меня забыли? Как? Вы не знаете, кто я? Я тот, кто убирал разбросанные игрушки на свои места, когда все расходились по домам. Я тот, кто незаметно помогал воспитателям поливать цветы и застилать детские кроватки. Я тот, кто постоянно был с вами, ребята, и помогал вам во всем. Нашептывал вам идеи на занятиях по рисованию. Подсказывал буквы, когда вы читали книги. Я домовенок Хомка. Я живу в нашем детском саду. Мне тоже будет грустно с вами расставаться. А сейчас я вам хочу представить наших выпускников, этих удивительных и жизнерадостных ребят. Прошу! Вспомним самые яркие моменты из жизни нашего детского сада.
Момент для наших выпускников. Как сам наш красив, нарядный, весел, как будто встречает почетных гостей. А гости – родные, любимые дети, которые стали чуть-чуть повзрослее. Много видел наш зал музыкальный, и смехом ребят оглашался не раз. Сегодня он бал вам подарит прощальный. Последний сюрприз приготовит для вас. Праздник прощальный мы начинаем. Садиком нашим ребят приглашаем проститься. Thank you.
Мы прощаемся с тобой, детский сад. Видишь, годы потом птицы летят. Мы прощаемся с тобой. Неужели мы с ребятами уже повзрослели? Нам детский сад тепло дарил и гнал печали в тень. Здесь добрый дух всегда царил, здесь праздник каждый день. Надо такие уроки писать, мы заранее решили теоретическую.
Ярослав. Ярослав, голосу. Ярослав. Мен кемкетті бағамын, тугей кағақамын, үлгін қалмай фабақтан. Мен кемкетті бағамын. Спасибо. Мен талапты баламын, тек үлгілі боламын. Намыс әзек талаппай, кенде мені шуламын. О добре, верности и дружбе. Нет, ребят,
лепесточки, но я придумала, что можно сделать. Нам нужно позвать на помощь сказку. И герои сказки к нам придут. Только нужно сказать волшебные слова. Сказка, сказка, отзовись, поскорее к нам явись. Давайте попробуем с вами. Сказка, сказка, отзовись, поскорее к нам явись. И сказка у нас появится. А я к вам еще вернусь, ребятки. Танцуем, ребята? Да! Девочки.
прощаю, пошли без стук веселья. А мне в сказку пора. Спасибо тебе большое, Мишка. До свидания, не поминайте лихом. До свидания. Ребята, у нас есть первый лепесток. Давайте следующую сказку звать. Отбилась от рук. Всю прислугу разогнала. Видишь ты, где ж меня видела, чтобы она, царевна, трон же несла ваш. Ваше Величество, некультурно, здесь же дети. О, я-то не заметила. Здравствуйте, детки. Хеллоу, ребятишки. А вы баранки хотите со мной погрызть? Ваше Величество, какие баранки? У детей торжественный вид. Да, здравствуйте, гости дорогие. Да, у нас сегодня важное событие. Мы сегодня провожаем наших ребят в школу. Батюшки, батюшки, я-то про ее величество забыла. Кстати, ваше величество, наша дочь уже выросла. Ей 7 лет, ей тоже надо в школу. Так почему мне не доложили, что она выросла? Так почему вы не сказали, что она в школу идет? Ой, я с вами с ума сойду. Она же ничего не знает. Ваше величество, наши ребята тоже первый раз идут в первый класс в школу. И их родители тоже очень волнуются за них. И тоже думают, знают дети много или не знают их. А давайте мы сейчас поиграем и узнаем. Ну, давайте. Так, вам нужно будет, кто быстрее возьмет какую-то букву, и на эту букву назвать больше слов. Все, давайте. Кому какая попадется? Так, и теперь в ряд. Ну, в ряд устраиваемся. Старайся зайти. Так, значит, кто не называет слово, выбывает из игры. Покажите все свои буквы, поверните. Так, какая у тебя, Витя, буква? У. У тебя какая? А. У тебя? У тебя? Подними, покажи. И у тебя, Руслан? Эль. Так, а теперь давайте начинаем. Слово. Улитка. Здесь. Раз. Два. Ракета. Люблю. Громче. Так? Так. Витя? Раз. Ученик. Два, быстрее. Не думайте головкой, у вас такие хорошие головки. Не стесняйся. Громко только. Рука. Ветка. Лук. Витя. Учебник. Учебник. Давай по-советски. Утро. Раз. Утро. Два. Утро. Давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Раз, два, три. Все. Раз, два, три.
Ох, она же-то избалована, ничего не знает, настроение-то упало. Ну что ж делать, наверное, чтобы настроение улучшилось, надо станцевать. Ну давай, наш любимый танец. Добрый жук. Давай, ты поможешь. Игрушки нужны, маленькая.
все перепутал. А это нужно в школе, ребята? Нет! Ну, вот ой. Доченька, а это для чего? На дискотеку, что ты будешь ходить там? Дорогая ты моя. Ой-ой-ой. Ну что ж. Эй, нянька, хватит спать, неси сюда стол. Ох, я отдохну, не дойду. Ты секреточку на завтрак на витаминированном. Так, ну пенал нужен, да? Травки нужны. Так, счетные палочки, краски. Ну молодцы, хоть немножко вы научились. Так, посмотрим, что же у Леры. Так, ну книжки, тетрадки, пенал, линейки, краски. Ну тут что-то мама собрала. Лимон. Ладно, может, подписываться. А, ты можешь, садись сюда. Ну, посмотрим, что же у нас у Софии. Так, тетрадки. Так, мама тут что-то и огурцы, и перец. Ну, прямо нагрузила. Молодец. Ну, все, это остальное все правильно, молодцы. Компьютер я не дам. Нам компьютер самим нужен. Я вчера в Одноклассниках сидела, а еще в интернет-магазине заказала нам новый наряд, доченька. Компьютер нам нужен. Да. Нет. Я выписывала вчера рецепты. Вы ж, ваше высочество, вкусненькой, да любите. Без интернета никак. Доченька, давай я лучше тебе телефон подарю. Буду знать, как у тебя там дела. Вот это хороший подарок, а компьютер не дадим. Ну что ж, доченька. Спасибо, мне в школу очень. Мы так и думали. Ну, давай мы тебя здесь оставим с ребятами. А, ты посиди, уму-разуму набирайся, а нам пора. Ребята, а вам я хочу подарить голубой листоколовки. Ой, спасибо, ваше величество. Вы рады? Теперь у нас уже, ребята, сколько? Два лепестка есть, да? Первоклашкам, семилеткам успевать во всем, везде, и в учебе, и в труде. Пять коробочек подряд на столе поставим в ряд, а в коробках сладкий сок. Тот, кто выпьет вкусный сок, будет бегать далеко, будет прыгать высоко. В школе это пригодится. Пожалуйста, давай, Ярослава, Федосик. Ну-ка, давайте, кто быстрее?
ребята крепкие, веселые, здоровые. Они еще про тебя и песню знают. Споем, дети? Да! Thank you.
Утро!
утром будет, не добудет, поднимают, не поднять. И решила не ложиться, чтоб не мучиться вставать. Наши парни молодцы, спортом занимаются. Ходят на физкультуру, они не постесняются. Мы будем всех жуков, тараканов, пауков, всех зверей, птиц небесных, скоро будет интересно. Мне в школу очень захотелось. Ну как же без азбуки я в школу пойду? Хорошо, Буратино, я сейчас принесу тебе новую азбуку. А пока мы послушай песню, как дети споют. Почему нас называют почемучки? В самом деле, почему? Ведь мы за день спросили-то всего лишь 120 как и 300 почему. Ведь мы за день спросили-то всего лишь 120 как и 300 почему. Спасибо тебе за лепесток знаний большое. Аббас, Кощей
и Баба-Яга мы прочно гоним из нашего детского сада. Простите нас, мы очень хотим остаться на ваш праздник. Ну что, ребята, простим? Простим. Хорошо, оставайтесь, поиграйте с ребятами. А лучше сейчас посмотрите их музыкальный. Ребята, на нашем цветочке 5 лепестков. Еще 2 не хватает. Давайте позовем еще одну сказку. Сказка, сказка, отзовись, поскорее к нам явись. Я Карлос, но я веселый малый. Я объедаюсь кашей манной. Конечно, если в каше мед, любой малыш меня поймет. Ребятки, привет! Привет, ребят! Привет! А, я знал, что вы без меня не обойдетесь. Ты самый умный? Кто самый умный? Карлос! Кто самый ученый? Карлос! Кто самый красивый? Карлос! А кто самый лучший друг? Карлос! Правильно, правильно, ребят. Я еще, знаете, такой выдумщик игр. Давайте с нами с вами сейчас поиграем. Поиграем, ребят? Да! Для этого положите ручки на коленки. Когда я скажу «поехали», вы ладошками хлопаете по коленкам. Когда я скажу «нос», хватайте за нос. Когда скажу «уши», держите за уши. Ну что, поехали? Да! Поехали! Нос! Уши! Поехали! Нос! Уши! Поехали! Нос! Уши! Уши! Нос! Поехали! Уши! Нос! Поехали! Нос! Уши! Поехали! Ой, как! Молодцы! Успели! Не успели! Так, ребята, кажется, хочешь с нами поиграть? Конечно, хочу поиграть. Почему бы и нет? А вы, гости дорогие, тоже хотите с нами поиграть? Да, да, да. Так, мы считаем, ребята. Ладушки, ладушки, лучшие подружки, ладушки, ладушки.
Я не скажу сейчас спасибо, мы без памяти, без вас.
Чтоб с эмоциями сладить и не ссориться в саду, отношения наладить и не впутаться в беду. Чтоб активности излишек не пугал людей вокруг, наблюдал всегда детишек наш психолог, добрый друг. Thank you.
нашему руководителю Зарешет Керами. Дорогие родители, уважаемые наши гости, сегодня такой замечательный праздник, сегодня необычный день. Сегодня первый выпускной у наших детей. Я вас еще раз поздравляю. Во-первых, я хотела бы вас поблагодарить за активное участие в жизни нашего детского сада, за то, что вы нам всегда помогали, поддерживали нас, понимали нас всегда. Вместе с вами мы создавали благоприятные условия для наших детей. Вместе воспитывали, вместе развивали их. Преодолевали все трудности вместе, радовались всегда вместе. Но сегодня мы выпускаем их в школу. Наши дети немножко подросли. Дорогие наши дети, посмотрите, какие вы сегодня нарядные, красивые. Сегодня мы выпускаем вас в школу. Сегодняшний день, я думаю, что запомнится у вас надолго. Сегодня первый выпускной у вас. Вы прошли первый этап жизни. Теперь вас ждет второй этап. Это школа, школьные коридоры, переменки, звонки, ответы у доски. Ну, большое спасибо хочу сказать нашим воспитателям, особенно Людмиле Фелисовне, которая научила вас писать, читать. Молодец, Людмила Фелисовна. Все знания, умения, навыки, которые вы приобрели в стенах нашего детского сада, я надеюсь и уверена, что помогут вам преодолевать все жизненные невзгоды. Но теперь, дети, вы уже ученики будущие, все детские шалости и ребячьи беды уже позади. Учитесь хорошо, слушайтесь своих родителей. Не подведите нас, не забывайте наш детский сад. Мы любим вас. Желаю вам доброго пути. Приходите к нам в детский сад, всегда мы рады. Дорогие родители, большое вам спасибо еще раз. Здоровья я вам желаю, крепкого здоровья, терпения вам. Приводите к нам еще детей, записывайтесь к нам на очередь. Всегда рады к вам. Конечно, мы привязались. Я не волнуюсь. Выпускников нашего детского сада, мы до сих пор еще говорим, что нашего, потому что мы еще здесь, мы еще не выпустились. Хотим сказать большое спасибо всем педагогам и сотрудникам нашего детского сада. Волшебный замок. Ой, сейчас извиняюсь. Помимо необходимых знаний, которые вы вложили в наших детей, вы вложили в них еще частичку себя. Вы сумели проникнуть в их маленькие сердечки и дать им любовь, заботу и радость. Оставайтесь такими же творческими, трудолюбивыми и любящими своих воспитанников, педагогами. Спасибо вам большое, и чтобы всегда этот садик, всегда волшебство присутствовало в этом садике. Не зря он называется «Волшебный садик». Воспитательного процесса детского сада «Волшебный замок» 2015. В номинации «За весомость мнения и заслуженное уважение» представлены Иван Грозный, Петр Первый, руководитель детского сада «Волшебный замок» Ахметова Зауреш Айкенов. Ура! Наблюдателей в номинации «За весомость мнения и заслуженное уважение» победила восточная красавица Ахметова Зауреш. Уважаемая Зауреш Айкенова, заведующих таких, как вы, немного. Вы были мамой, няней, педагогом. За жизнь, как сказки, вас благодарим. И от души спасибо говорим. У нас сегодня первый выпускной. Мы покидаем садик наш родной. Пускай удача вас не покидает, а взрослые и дети уважают. Оставайтесь на лето. В номинации «Главный наставник и лучший друг» были представлены Василиса Прекрасная, Елена Премудрая, Саватеева Людмила Феликсовна. Решением жюри
сила, талант и профессионал своего дела Саватеева Людмила Феликсовна. Уважаемая Людмила Феликсовна, примите сегодня признание наше за всю доброту и за опытность вашу, за то, что растили вы наших детей, вы в вашей профессии в мире вашей. Спасибо, наш сад дорогой, а
детского сада вручается. Самый руководящий. За хорой Софии. Диплом об окончании детского сада вручается. Самой моднице. Кирьяновой Эвелине. Окончание детского сада вручается самой добродушной Романюк Руслане. Диплом об окончании детского сада вручается самой вертушке Савчине Веронике. Диплом об окончании детского сада вручается самой любознательной Шариповой Софии. Окончание детского сада вручается самой спокойной Качковской Ульяне. Диплом об окончании детского сада вручается самой милой Абдулаевой Нурсиле. Диплом об окончании детского сада вручается самому всезнайке Овчар Владик. Сада вручается дегустатору группы Тарасову Игорю. Диплом об окончании детского сада вручается самому серьезному Сатуеву Дэни. Диплом об окончании детского сада вручается самому доброму Карабайдас Жан. Сада вручается блестяшка-искателю Акс Вадиму. Диплом об окончании детского сада вручается самому преданному Лихутову Даниилу. Диплом об окончании детского сада вручается всеми любимому Щиберев Даниилу. Сада вручается самому дружелюбному Ульченко Славе. Диплом об окончании детского сада вручается самому мужественному Качура Михаилу. Диплом об окончании детского сада вручается самому комичному Саве Чирославу. Диплом об окончании детского сада вручается автолюбителю Ленкину Виктору. Вот и закончился наш выпускной бал. Я еще раз хочу поздравить всех родителей, детей с этим первым вашим выпускным балом. Давайте похлопаем друг друга.